Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Настало время поиграть нам в безумных монстров. Я себе поднял 11 уровень, и меня пропустили на новую локацию. Так, мы с вами можем один бой сделать, потому что у меня только лишь для одного сундучка есть место. Так что давайте, наверное, приступим. Так, что у нас здесь за новый персонаж появился? Так, кролик-жаба активируется у меня. Ага, новый монстр, волк. Подбитый такой весь, с кинжалом. Скрытность, наносит 230 урона, отступает на заднюю позицию. Так, а здесь у него что? Высасывание жизни, восстанавливает 100 жизней при нанесении урона. Так, понятно, приступаем. Получи дубиной. Так, надо его уничтожить нафиг, ядрени фени этого тролля. Ну, сгорит уже. Ай, долго, слишком долго, давайте снежками. Ну, заморозит? Никого не заморозило, жаль. Так, хорошо, заморозочка сработала. Так, давайте, наверное, сейчас вот так вот сделаем. Нам нужно этого осьминога добить как-то. Давайте, наверное, холодильничком. Во, шикарно, прям в него и попало. Так, ну что, волчара? Блин, восстанавливаешь хп себе, да, значит? На-ка, съешь дроби. Горит, горит. Все, сгорел. Так, и здесь у нас опять тролль. Ага. Так, у нас здесь мухомор. Надо будет им заняться, потому что он начнет сейчас отхиливать. И начнет, наверное, тролля хилить. Стопудово. Блин, не того вытянули, не того. Ладно, давайте. Давайте ему жахнем. Хорошо. Так, дубинкой. Блин, очень мало дубинка отнимает у обычных бойцов. Она только хорошо действует на танков. Но, тем не менее, волчара сдох у нас. Давайте снежками. Блин, да чё ж все в тролля-то? А в мухомора почему ничего не попало? Добиваем. О, нет, не добили, к сожалению. Тогда пускай горит. Точнее, сразу на тот свет мы его отправили. Все, мухомор, один на один мы с тобой. Так что мухомор и медведь, да, ребят? Разница, по-моему, ощутимая. Вот так вот. Все, добивочный давайте сделаем. Следующая волна у нас. Ну, никого, абсолютно никого не заморозили мы с вами. Давайте вот так вот вытянем волка. Ну ладно, пускай будет волк. А сейчас этот Дед Мазай поменяется с ним местом. Вы посмотрите. Все, поменялся гад. Так, ну что, 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 давайте. О, обратно сюда к нам. Все, холодильник в этот момент работает как нельзя хорошо, ребята. Удачно он попадает. Слушайте, а почему? Оно же должно снести вот эту фигню, защиту. Почему на Деда Мазая? Да ладно тебе. Ты же должна сносить вот эти вот всякие щиты и тому подобное. Блин, совсем забыл, что он восстанавливается, этот Мазай чертов, зомби. Вот самое интересное, зачем я это сделал? Он же в неуязвимости. Блин, мне и нечего сделать, ребята. Мне нужно срочно... Вот она. Вот, теперь ты сработала правильно. По-моему, ребят, меня сейчас тут разберут. Ну, да ударил бы ты этого. Так, арбалет, арбалет, успеем? Нет, успеем. Отлично, фу. Посмотрите, сколько у меня хп оставалось. 191. Ну ладно, тем не менее, ребята, мы с вами зарабатываем сундук. Проходим первую вот эту вот волну. И у нас еще впереди будет 4. Но это мы сделаем с вами попозже. Буквально через 2 часика, когда у меня... откатятся все сундуки. А тут у нас, ух, будет очень долгая дорога. Очень долгая, вы посмотрите. Третья глава нас очень будет радовать долгими боями. Ладно, пока у нас откат, пойду немножечко отдохну. Увидимся чуть позже. Ну что же, ребятушки, должны мои сундучки откатиться. Сейчас мы их вскроем. Да, так оно и есть. Так, что нам здесь выпадет? Дискошар, ну я им не пользуюсь уже давно. Так, жгучий улей тоже в отстой. И молот Тора. Давайте следующий посмотрим. И здесь нам выпадет... Так, граната осколочная, хорошо. Снежки. Это тоже замечательно. И холодильник. Так, следующий открываем. Топор дровосека и огненный дробовик. Блин, мне бы дробовик повысить, а? Так, здесь у нас выпадает холодильник. И следующее, спутник смерти. Так, дискошар.
Ладно, ребята, у нас сундук один. Давайте его ускорим за один кристалл. Фиг с ним. О, вот это, я понимаю, дробовик мы с вами улучшим уже. Наверное, если у нас хватит элементов для этого. Так, ну-ка, давайте-ка проверим. Да, все у нас хватает, поэтому я думаю, что есть смысл улучшить. Ну, вроде бы как и все. Здесь мы с вами разобрались. Так что давайте переходить в компанию и продолжать ее играть. Так, не приключения, а именно компания. Вторая волна у нас — полная луна. В бой! В бой идут одни старики и старые медведи. С морковками и с узями. Но понеслась. Так, надо будет, кстати, этих ребят подменить, мне кажется. Так, тролль. Ну, давайте со снежков начнем. Как обычно, никого не заморозили. Так, волчара, ты меня бесишь со своим зубом там. Тролль. Тролль укрепился. Давайте его сжечь. Ага, шикарно. Дубиной. Оу, сгорел, чувак. Так, блин, этот маг, ты достал, а. Теперь придется наугад, ребята, все делать. Выкуси, гад. Сейчас мы его с дробовичка-то... Опа, готов, все. Магистр, сейчас мы займемся тобой. Ты мой полностью. Давайте из арбалета сейчас его бомбанем. Эх, чуть-чуть не хватило добить. Все, готов, хлопец. Ты смотри-ка, у нас там волчара тоже с узями, а. Дед, старый зомби, иди отсюда. Ты меня нервируешь, честно тебе говорю, блин. Мешаешь, все мои планы сбиваешь. Так, давай, давай, арбалет, ну. Оп, оп, нормуль. Пока хорошо. Нам нужно кого-то вытянуть. И это у нас слизняк. Так, ну что, давайте, наверное, расстреляем его. А он еще жив, сейчас повесит эту фигню на себя. Нет, не успеет, не успеет. Ну, малорик, снежки сработали как надо. Так, зомбаря нам нельзя убивать, ребята. Ну-ка. О, холодильник как раз куда нужно попал. Теперь давайте, наверное, из арбалета. Бинго! Так, последняя волна у нас здесь. Хе-хе, нифига я ему хлопнул, этому троллю. Почти на 4000. Так. Давай-ка дальше вытягивать. Ага, не получится у нас вытянуть, потому что этот встал в блокировку. Все, волчара. Сейчас мы будем с тобой заниматься. Подменился, гаденыш, блин. Я совсем забыл, что он отскакивает у нас на задний этот план. Ну-ка, давай-ка, наверное, мы вот так вот сделаем. Сминок, схитрил, гад. Все. Холодильник его добил. Ну что же, из арбалета. Так, ну вот, как-то таким макаром, ребята, мы с вами проходим еще одну волну. 351 гайку получаем и сундучок к нам в копилочку. Мы открываем третью волну. Так, тут у нас волчья жизнь. Называется она. Давайте смотреть, что здесь у нас за упыри будут. Угу. Ладно, хорошо. Вытягиваем охламона. Давайте, наверное, вот так вот поджарим. И теперь... Заморозит кого-нибудь, нет? Да, конечно, заморозит. Ну, тогда УЗИ получи. Все, так, слизняк. Сейчас этот мозай поменяется с ним. Ну, а, не успел, не успел. Маленько холодильник у меня активироваться. Ладно, не будем расстраиваться. Вытягиваем его сюда к нам. Так, слизнюк защиту сейчас повесит. Ёлки-палки, да что ж такое? Чё этот удар действует не туда, куда нужно? Блин, как ты меня достал, а, на самом деле? Чё вот мне теперь делать, а? Я даже не знаю. Ну, зомбаря в любом случае придется убивать. Вот, спутник смерти, давай. Наконец-то сработал как надо, блин. О, холодильник тоже удачно у нас попал. Дед, ты меня бесишь, а? Так, вытягиваем слизняка сюда к нам. И добивать. Да ё-моё, ну ты старый хмырь. Так, снежки, снежки в бой. Ну, да ё-моё. Ну, осталось там совсем ничего. Давайте арбалет. Первая волна только лишь была. И уже столько хп отняли у меня. Блин. Слушайте, УЗИ вообще просто атас как мочат. Вообще. Так, волчара, а ну-ка гори. Нам нужно его добить, ребята. Давайте, наверное, с УЗИ. Все. Так, зомби. Зомби тут не вовремя. Так. Ай, поменял мне карты. Я только хотел снежки потребить.
Не то все, давайте вот эту карту попробуем. О, отлично. А вот теперь мы будем, наверное, вот так делать. Только... нет, все-таки подбили. Ладно, пускай он там на заднем плане стоит. Фиг с ним, сейчас нам нужно вот этого вот мага убить. И как можно быстрее. Ну давай, 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 копись, манна. Ох ты, великолепно. Ну что, я думаю, наверное, дубину... добили, добили, отличненько, все хорошо. Теперь убиваем зомбаря. На-ка. И у нас тут, ребят, последняя волна. Так, волк замороженный, тем более мы его еще и подтягиваем к себе. Давайте расстреливаем. Так, что бы сделать? Узи, узи. Да елки-палки, тролль, ты достал. Ну, в самом деле, как ты вот все это вовремя это делаешь? Давай, 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 откат. Холодильник. Нормуль, заморозили. Подтянули. В такой позе еще. Ну что, надо разбирать, ребята. Давайте снежками, наверное, бомбанем. Ну, волка, волка. Отлично, волка убили. Теперь этого гоблина. Так, поменялся. Хорошо. Тролль, ты сам напросился. Ты меня уже, честно говоря, достал. На, получи. Как так? Не смогли добить. Фух. В любом случае, ребята, победа за нами. Шикарно. Получаем еще один сундучок. И 351 опыт. Также 351 гайку зарабатываем. Но нам до следующего уровня еще краптеть и краптеть. Так, 11 уровень монстров. И миссия называется «Стая». Хорошо. Давайте сосредоточимся. Так, понеслась. Угу, нормуль. Так, замечательно, пока все идет удачно. Давайте сейчас из арбалета шмаранем. Что-то как-то слабо, слабо бьет у меня арбалетик. Вам не кажется так? Так, 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 заморозь, заморозь. Нет, никого не заморозили, блин. Как обычно, блин. Да что ж такое-то? Так, защита, ну-ка. Да почему ты бьешь по зомбарю? Я не понимаю, вот этот вот спутник смерти. Чертов. Ой, блин. Вот из-за вот этого вот, ребята, мы можем проиграть. Потому что, ну, у меня нету его. Где он появится? Когда? Ну, давайте так попробуем. Ну вот, считай, 3 хода, уже даже 4. Да, понятно все. Здесь, скорее всего, ребята, мы проиграем. Этот, блин, спутник смерти, он достал. Хоть обратно возвращай карту эту, помните, пестициды. Ну ладно. Давайте продолжать. Слизнюк, сейчас мы тебе... вот так, нагрели, волк. Волк, да, конечно, волк. Опять зомби, постоянно он лезет. Снежки, снежки, давай быстрее. Так, добьем, нет? Ну, как вот специально все идет против меня. Арбалет. Не добили. Зомби еще выжил. Трупак он. И у нас это, по-моему, последняя волна, да, ребята? И у нас очень мало жизни. 541 хп всего лишь-то. Так, снежки. Как меня эти снежки бесят? Вы замораживать будете или нет? Что? Все как-то не так, не по-людски делается. Так, узи. Все, волк готов. Так, этот хилит зомбаря. Ладно, пускай хилит. Холодильник надо было вообще-то не сюда бить. Ну, хорошо, ладно, фиг с ним. Так, давайте вытягивать этого охламона сюда. И здесь уже поговорим с ним. Пускай выкусит дроби для начала на закусочку. Так, снежки, снежки, снежки. Поехали. Ну, как обычно, никого не заморозили, естественно. Так. А, нет, ребята, у нас еще одна будет волна. Нет, мы с вами, скорее всего, не затащим. Оу. Как все печаль. Вот зачем я это сделал, а? Он же сейчас встанет. Вот это вот я сам себе подосрал. Подосрал, ребята, я. Ну, что, снежки успеем сделать? Снежки-то мы успеем, только толку от этого. Блин, опять этот мухомор выжил, а? Нет, ребята, 207 хп. Не получится, мы следующую с вами компашку просто не пройдем. Сейчас нас разберут. Нас здесь сейчас и... завалят. Ну ладно, фигли. Фигли тут сделаешь, ничего. И у меня нет ни аптечки, чтобы я мог подхилиться, ничего. Абсолютно. Ну, снежки успею бросить хотя бы. Да, а толку, никого не заморозили.
Все, сейчас каждый по удару сделает, и мне край. Даже одного удара было бы достаточно. Ох, ладно, давайте тогда еще раз переиграем. Мне такой расклад не устраивает абсолютно, поверьте мне. Да если бы это спутник смерти нормально бы работал бы, не было бы никаких проблем. Поехали, ребята. Так, из лука, отлично. Снежки сразу. И опять никого не заморозили. Так, ну что, холодильник, ты... Ага, на деда, ну ладно. Вытягиваем. Почему волка? Я хотел слизнюка, блин. Так, волчара. Да блин, да что ж ты... Все время забывает. Так, ну вот, наконец-то ты стал нормально срабатывать. Спутник, блин, смерти, а. Так, ну что, давай, 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 давай. Снежки, снежки, ну. Кого-нибудь добьем хоть? Отлично, слизняка убрали. Давайте вытягивать мы, наверное, с вами волчару. Пускай горит, а он вообще сгорел. И добиваем зомби. Ну, сейчас уже намного лучше у нас пошло дело. Так, давайте арбалетом. Какой-то нафиг арбалет, если это обычный лук. Ну, привык уже называть этот арбалет. Заморозь, заморозь. Ну, кого ты морозишь? Вот зачем мне зомби мороженый? Вот скажите мне, а? Вытягиваем, давай. Ага, мухомор, вот ты мне и попался. Так, волк теперь у нас. Ну, давайте... Да, конечно, волк. Этот дед-зомби знает, когда подмениться. Убивать нам нет его сейчас резона, потому что он восстанет. Давайте, наверное, тогда комками попробуем запинать. Ай-яй-яй, тихо-тихо, сейчас зомбарь сдохнет. У него очень мало хп, он воскреснет. Да, так оно и происходит. Но зато мы волка подбили, и сейчас мы заморозим зомбаря. И будем его добивать. Так, гори, упырь. Понеслась. Ну, хоть кого-нибудь. Я вот, когда бросаю эти комочки, я думаю, в надежде на то, что хоть кто-нибудь заморозится. Как назло, никого не замораживает. Так, опять он подменился, а? Ага. Так, тролль, ты меня, честно говоря, бесишь здесь. Надо тебя, наверное, ликвидировать. О, гоблин заморозился у меня. Давайте разбирать тогда этого чудика. Раз. Так, теперь у нас УЗИ. Ай-яй-яй-яй-яй, у нас очень мало хп. Должны мы справиться, ребята. Блин, да что ж делать-то? Ну, ай. Больно сейчас будет? Нет, я еще живу, ребят. Ух, 47 хп. Офигеть можно. Но все-таки победа за нами. И мы переходим с вами к последнему упырю этого уровня. Кто там у нас такой? Вожак стаи будет, да, значит? Давайте смотреть, что это за хламон. Ну, это волк будет, стопудово вам говорю. Главное, чтобы его подбить. Так, вначале нужно разобраться с этими олухами, со всеми. Фигово все вышло. Так, уже получше. Давайте, наверное, бросим... Холодильник на кого-нибудь? Ага, осьминог попал под раздачу. О, да ему вообще сегодня не фартит, я смотрю. А расстрел? Все четко. Так, дед-зомбарь, ты достал уже здесь тусоваться. Давайте, наверное, холодильник. На кого? О, на волка, самое то. Слушайте, ребята, мне, наверное, придется в этом уровне использовать бомбу. Ну, не в этом, а с последним боссом. Так, давайте из арбалета, наверное, сейчас. Так. Нет, деда не добили. Ну, давайте подождем маленько. И вот так. Все. Ух ты, вообще классно получилось. Так, снежки, давайте замораживать. Ну, хотя бы мага заморозили, это уже что-то. Так, тролль, тебе здесь не рады. Иди в лес. Пришел сюда, а? И порядки наводить. Не захотел, так мы его убрали. Так, вытягиваем этого мага сюда. И как можно быстрее его... Нет, не успел я, ребят, не успел. Он мне смешал все карты. Но он за это сам сейчас поплатится, поверьте мне. Хе-хе, все, ну сгорит уже. Ну, отлично. И добиваем мы с вами волка.
Так, снежки. Ну, сделали свое дело. Ох ты, такой большой и сочный, хватит на всю стаю. Он что там, губы себе приклеил, гад? Так, ребята, не добили, к сожалению. А нет, этого грохнули. Ух, да это же просто фарт какой-то. Опа. И давайте вот так вот. Гори, упырь. Так, Изузи, наверное, добьем, нет? Нет, не добили. Так, холодильник. Все. Да, ребята, не такой уж он был и сложный. И синий сундук мы с вами зарабатываем. У нас, в принципе, по сундукам все забито. Так что я не смогу дальше идти. А у нас открывается следующая, как говорится, миссия. Ну да ладно, ничего страшного. Мы обязательно с вами продолжим в следующей серии. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Если есть какие-то комментарии, комментируйте. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих новых видосиках. Всем пока.